Что ж, это купленный. Это видеообращение Крымченко Людмила Ракша адресовала судье Белогорского района Крыма. Он оправдал директора парка Львов Кайган, где 2 года назад 5-летнего мальчика упала на ногу часть каменной скульптуры. Последствия происшествия – ампутация 3 пальцев на ноге и заключение медэкспертов о стойкой утрате глаза до 30% общей трудоспособности. Не могу ногать на ножке, потому что, не так больно просто. Как именно случилась трагедия, мать Влада не видела. Семья весь день гуляла по парку, а потом взрослые... Сейчас еще одну бутылочку нальем. Сейчас, подожди, не торопись.